животный мир. С вами я, Дарья Сантонова. Я сегодня расскажу о красных волках. О красном волке. Помните, как Маугли помог своим друзьям, серым волкам, победить красных волков? Называют их еще и красными собаками. Колызун. Да что за дыхоли колызун? Где ты считаешь? Да какой дыхоли колызун? Где? Дыхоли колзун, а не колызун. Дыхоли колзун дальше. Перегала. Это все даже и их имена. Данные народами. А живут красные волки кое-где в горах Сибири. На Памире. В тишине Китая, Индии и на островах Ява и Суматра. Красные волки не бегают так быстро, как и новые собаки. Не в стремительной погоне ловят они добычу, а часами идут по следам козлов, кабанов, оленей, утомят копытных, не отступных. Неотступным преследованием окружает всех стаей. Говорят, если группа плохо приходится, если встретится, он сразу уходит. А медведю гималайские, как почует поведя носом по ветру доле пахнет, спешит дать стрекача. А если запах слишком сильный, значит близко красные волки. Скоро лезет он на дерево. Не зверя, кроме слона, который сумел бы в одиночку устоять под ярусным натиском красных волков. На людей красные волки никогда не нападают. Близко к селениям не подходят и дома высоко не трогают. Редкие звери у нас в стране убивать их запрещено. С вами была Даша Сантонова. И мы посмотрим картинку. Это у нас красный волк. Внутри красных волков. Так. До свидания. Пока. Любите животных.